Чувашия этим летом планирует запустить речной маршрут Чебоксары-Казань. Напомним, поставить на него планирует один из трех Валдаев. Сейчас ведется работа по организации межрегионального маршрута с туристическими остановками, которые будут иметь также туристическую привлекательность. Соответствующее распоряжение будет подписано после 20 апреля. Жители Чувашии уже выбрали имя для одного из речных судов. Его назовут в честь нашего земляка-кораблестроителя Алексея Крылова.